Магические шансы побороться за выход из этой. Эти команды сразились друг с другом. Левую руку. Отмечая все свои татуировки. Подача. И дальнюю штангу. И сказал, что рано или поздно это без... Хорошая скидка с ближней штанги. Еще одна попытка Севильи что-то организовать не получает. Любой футболист вам это подтвердит. И поэтому было принято... Установился после травмы Жоэль Матип, но он не приехал сюда с... и заставлять Севилью побегать без мяча. Каутиньо. Каутиньо очень старательно провел матч, которого фланга, с которого как раз Ливерпуль забил. И сейчас может забить из... Смотрим, Фермино. Подача. И раз, кстати, сам Фермино в этом сезоне еще никто не выигрывал. Каутиньо. Диагональ. Морено. Не заметен Каутиньо, даже несмотря на то, что... Два угловых он здорово подал, их реализовал. Каутиньо! Каутиньо сейчас на этот угловой правильно реализовать. Каутиньо, подача! И здесь... Ну, разумеется, мы, футбольные комментаторы, считаем, что лучшая игра с мячом – это футбол. Ноль, все могло пойти по другому сценарию. Отличный перехват, Каутиньо! Есть свободное пространство, нет численного преимущества, но есть пространство. Каутиньо, здорово! И контратака Ливерпуля. Вот она. Пас не прошел. Здесь Каутиньо уже мяч обрабатывает и легко уходит от Банеги. Удар Каутиньо. Каюс. Было положение игры. Должны были чуть подвинуться. И что показывает Феликс Брых? То здесь все чисто. Не было никакой игры рукой. Никто раньше времени искет. Красиво. И проходит передача на Каутиньо. Севильцы, наброс, Ловрен, подбор. Вот сейчас очень важно выигрывать подбор. Мячом обошел Скотта Синклейра, у которого...